Хочешь первый получать уведомления о моих новых видео? Тогда подпишись. Проверь, что подписка оформлена. Сохрани. Проверь, что колокольчик горит двойным. И все, вуаля, ты подписан и будешь получать новые уведомления. Огромное спасибо тебе за это. Приятного просмотра видео. Всем привет, кто пришел на мой канал и моим подписчикам. Ну что, ребята, хочу представить интересный телефон Bosch 509 Dual. Смотрите, данный телефон работал только в сети GSM и только на волнах 900 и 1800. Данный аппаратик был выпущен в 2000 году, имел сменные лицевые панели из функционала. У него есть калькулятор, SMS и просто позвонить. Вес данного кирпичика 109 грамм. Длина его 134 миллиметра, толщина 53 миллиметра, ширина 53 миллиметра и толщина 23 миллиметра. Ну, вот такой вот кирпич, давайте будем смотреть. Интересный телефон, его ни разу у меня не было на обзоре. Смотрите, в первое включение Bosch Welcome и идет определение сети. Не знаю, получится, не получится. Поставил свою родную карточку Vodafone, любимую. UA. Vodafone UA, супер. Телефон увидел карточку. Смотрите, вот так он смотрится. Оранжевая панелька. Зеленые диодики просвечивают сквозь прозрачную крышку. И, кстати, очень прикольно смотрится. Давайте посмотрим по менюшке. Сейчас я вот так сделаю поближе. У нас монохромный дисплей. Всего получается 3 строки по 12 символов. Не так уж и много. Погнали, меню. Так, меню, окей. Что у нас есть? Я не знаю, что это. Какие-то цифры. Так, меню. Ага, вот так. Call setup. Позвонить. Что у нас можно? Call divert, call barring, call waiting, close other group. Так, дальше. Что у нас можно? Tone setup. Мелодия. Давайте посмотрим. Ой, я вышел. Так, select, вот так. Рингтоны. Volume. Volume средняя. Громкость средняя. Громкость тихая. Короче, нету так качели громкости, просто громкость и все. High select. Так, давайте смотреть дальше. Громкость. Паттерн не знаю. Volume exit. Так, рингтоны. Давайте посмотрим. Двадцать семь мелодий должно быть. Телефон в состоянии нового. Это шок, конечно. Я даже не знал о таком существовании телефонов. Все мелодии на немецкий мотив. Happy birthday. Вот она нормальная мелодия, которая мне нравится. Совал. А это такая песенка китайца, который бежит по дорожке. Тоже прикольная. Короче, поиграйтесь, когда купите. Так, СМС. Громкость СМС и мелодии. Далее. СМС Broadcast Tone, K-Tone,
Так, Select выберем. Кейтон троечка, четверочка, пятерочка. О, пикало. Отлично. Factory setting, настройка заводская. Дальше. Phone setting, language. Давайте посмотрим. Автоматик, английский, Deutschland, французский, итальянский, испаньол, португалия, Нидерланды. Все, нету русского. Авторадиал, network setting, power saving, car kit. Так, SMS setup. Send SMS setup. Так, Reply Pad Service Center. Ну вот столько. Короче говоря, самое простецкое меню, которое приходилось видеть за все это время. Телефон, я нажимается клавиш, такое ощущение, что его только, ребят, достали с коробки. Так, что у нас есть? Off это просто выключить. Что мы здесь можем? Инфоцентр. Ага, это номера, которые на карточке, видите, он их перелистывает, и мы можем с них набрать. Если хотим зайти в меню, заходим вот так, Vodafone меню, окей, но вот это я не знаю, что это за цифры. Call setup, tone setup, я хотел посмотреть смс-ки, смс setup, send смс, отправить сообщение, broadcast это на полученные. Delete SMS, send SMS, отправить. А как получить, вот, ребят? Call, timer, and charge. Call setting. Так, total cost, timer incoming, 32 минуты. Timer out, 6 часов 25. И total, нифига, timer incoming, 32. Короче, 6 копеек, около 7 часов наговорено на данном телефоне. Да так я подсчитал. Если не прав, подскажите мне. Ну вот. Больше, как говорится, таковых сильных по менюшке обзоров не будет, потому что тут идти некуда. Мы можем позвонить, мы можем послушать музыку, мы можем прочитать сообщение. Но я, например, не могу его почитать сообщение, потому что чуть-чуть куку не хватает, как прочитать. Сервис-центр. Ну, это, я понимаю, номер почты. Reply Pad on Service Center Exit Send Broadcast Setup Delete SMS Select Delete All Inbox Входящие Send SMS. Как прочитать, ребята, скажите мне. Вот, мигает SMS, как мне ее прочитать? Не знаю. Phonebook fix on SMS. Так, а у нас SMS. Короче, ребят, я чуть-чуть не разбираюсь, поэтому если поможете, помогите. Что я не знаю, как правильно разобраться. Но основные функции я вам показал. Вот его IMEI-код 662. Так, давайте попробуем позвонить. Громко он все время разговора вот. Как мы видим, все отлично, все работает. Так что, ребятки, если захотели купить данного красавчика себе в коллекцию, можете приобретать. Очень интересная моделька. Идет телефон, аккумуляторная батарея и оригинальное зарядное устройство. Еще раз покажу сейчас имейку. Имейка 5662. Опять вот он пока говорит. Так, и теперь пробуем аккуратненько открыть. Не сломать крышку. Но я там, например, делаю так сейчас. Нажимаю сюда и аккуратно вот так снимаю. Так, смотрим. Имей 5662. Все совпадает. Вот название. Просто не досмотрел. 509 Dual. Made in Denmark. Все в оригинале. Так что, если вам захотелось вот такого телефона к себе в коллекцию, можете покупать. Ставим пальчики вверх. Подписываемся на канал. Всем пока-пока.